Добрый день, друзья. Мы решили собраться в станицу Каневскую, закупиться, посмотреть, какие цены сейчас, ездить на рынок, провести хорошо время. Лип освещен, друзья. Заходим в рынок. Крупы всякие. Пепсики 280, абрикосики 350, помидорчики 200 рублей, такие красивые. А у меня что-то домой сейчас приведут. Ну, пойдем, да, так уж на что-то. Картошка. А картошка уже свежая, да? Да. Видите, старая, еще свежая, молодая. 80 уже молодая. Лучок. А это вот старая, да, по 50, да? Старая тоже нормально выглядит. Цветы продают. Еще можно купить петуньи. Красивые. А почем петунья у вас? Спасибо, Леночка. 350, девочки, любая. Спасибо, что рост голова. Это спасибо. Вот ампельные 350, да? Ампельные вот 350, да? Да. На этом рынке и одежда, и обувь, и продукты. Все. Все есть. Колбаска. Так, колбасочка у вас 270 и 320 у нас 590 рублей. У вас Ленинскую нет? У нас только сибирская домашняя колбаса. Говядина будет. Яйца по 100 рублей. Перепелиные 40. Раньше здесь вот торговали бабушки, дедушки. И теперь забор поставили. Мясо говядина. Мягкая часть. И это хорошее. А вот это? И это хорошее. Так, мне бы одну. А вот какая? Вот крайняя, ну-ка. А рядом? Где мясо побольше? А у вас привоз как часто? Ага. Посмотрите, помидоры за 180 рублей. А это у вас домашние, да? Да, хорошие помидоры. Они сладкие, они вот такие в разрезе, смотрите. Вообще волчков нету. Ага. Все мягенькое, вот чуть-чуть здесь отрезали. А это черри, да? Это черри, да. И шампиньоны, конечно, шикарные. Черри домашние, вообще сладкие. Масло подсолнечное, 5-литровые бутылочки. Смотрите, запахом, без запаха. Вот такие цены. Стоим в очередь за квасом. Сегодня у нас, наверное,
30 градусов-то есть сегодня? Каждый день есть. Каждый день. Так. Да. Ну, это Староминской хороший квас. Купили кваску. Маленький тебе, большой. Да, я не хочу такое, я не выпью пол-литровый. Рядом с рынком Магнит семейный. Холодненький? Давай. У Магнита водичка продается. 20 рублей 5 литров. А вы уже брали? Хорошая вода? Здесь. А, не знаете? Куст-товары. Переходить и все. Как не одевается, он так. Смотри, какие ложки. О. Ну, вообще. А что, настоящие ложки? Давай и маленькие. А тут еще и дырочка. 120 рублей. Красивый, нет? Вот такое пришло. А, да. Нам такое весло надо. Медовуху делать. А вы что это вот отверстие? С ней выходить для души? Да. Ну что, идем? А когда они приедут? Вот Стелла. Станица Каневская. Основана в 1794 году. Стелла, кстати, новая. Стелла была другая. Раньше до Стеллы такой не было. И подсветка вон от солнечной батареи даже есть. Ну все, мы поехали в Переяславскую. А вот еще, друзья, смотрите, акации в этом году погибли. Вот с левой стороны акации. Много акаций погибло в этом году. Из-за того, что, я думаю, это самое, влажность была, да, такая дождливая? Да. Осень была дождливая, они, видно, напитались. Они вообще не любят, наверное, влагу. Она такая засушливая, эта акация. Здесь вот деревья целые, а то местами вообще высохли. Да. Поедем мы в Переяславскую теперь. Вот мы домой приехали. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До новых встреч. Да, пока-пока.